Всем огромнейший привет! Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем прежде всего здоровья. Это самое главное. Ну а сейчас у нас будет распаковка сладких новогодних подарков из фикс-прайса. И это именно те наборы, обзоры которых у меня не было в первой части. Это два набора за 55 рублей и три набора или три идеи для подарка за 99 рублей. Как обычно, посмотрим с вами, что же внутри, сравним цены и сделаем вывод, а стоит ли покупать эти наборы. Начну я вот с такого вот подарка. Называется он «Почта Деда Мороза», и его цена 99 рублей. В качестве защиты в месте открывания я вижу обычный скотч. Заявленная масса 400 граммов. Ну, я, как обычно, приготовила весы, и мы с вами это проверим. Срок годности целых полгода, до марта 2019 года. Смотрим, как положено, указан ассортимент входящих сюда конфет, а также их состав. Этот подарок собран и упакован в городе Москва, а вот входят в него конфеты различных производителей. И я вам скажу, здесь абсолютно нечитаемым текстом они перечислены. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Конфеты в пакет не упакованы. Итак, на весах у меня стоит 0. А то в прошлом видео меня обвиняли, что я неправильно взвешиваю. Смотрите, вес старый уже сброшен. И вес не то, это чистый вес конфет. Без упаковки. А здесь смотрите, сколько все-таки фантиков. Ну, пару конфеток так не хватает, я бы сказала. Сейчас я разложу эти конфетки по типам. Итак, вот все, что сюда входит. И я вижу, что большую часть набора занимают карамельки и недорогие помадные конфеты. А вот эти конфеты подороже, и я их не пробовала, поэтому мы будем с вами пробовать. Первая – это вафельная конфета со сливочным вкусом в глазури. «Дивная даренка» называется. 24 грамма, здесь это Яшкино. Вот так вот она выглядит. На вкус очень понравилось. Неприторно сладкая, свежая, хрустящая. Дальше идут две конфетки «Лассо», если я правильно читаю. У них должен быть желейный корпус, и сейчас мы с вами попробуем. От конфеток исходит аромат черной смородины. Достаточно жидкое желейное содержимое, а на вкус это что-то среднее между черной и красной смородиной, но неплохо. Также в набор входят две конфетки производства «Казахстан». Я первый раз такие вижу. Давайте посмотрим, что же внутри. Это обычная помадная конфета, и внутри идет прослойка, что-то наподобие джема из черной смородины. Еще две конфетки из Казахстана из той же серии, только вкус шоколад и сливки. Здесь идет уже более темная глазурь, и конфета также помадная. А на вкус это практически один в один сливочные конфетки «Коровка», «Буренка». И напоминает обычный сливочный ирис. В общем, мне понравилось. Одна конфетка «Нуга» со вкусом клубники. И это наша фабрика «Славянка». Корпус покрыт белой глазурью. Приятный, нежный такой сливочно-ванильный клубничный вкус. Пара конфеток – это мягкая карамель с печеньем. Город Воронеж. Я подозреваю, что сейчас вкус будет похож на батончик «Твикс». Похоже на «Твикс», но не совсем. Здесь большую долю занимает карамель, а печенье совсем чуть-чуть, но очень вкусно и необычно. Ну и вот больше всего из набора мне понравилась вафельная конфета «Даренка» и вот этот вот «Джетс». Остались здесь 4 карамельки со вкусом вишни, 2 карамельки со вкусом яблока, такие же, но со вкусом лимона. Леденцовая карамель на палочке по типу чупа-чупс. Здесь вкусы колы и вишни, и малина, и дыня. Ну и остались помадные конфеты. Это вот перелетная птичка. Наверное, многие знают, каковы они на вкус. Также две помадных конфетки «Морская птица». 3 конфетки «Кирмаш». Это белорусские. Они идут также помадные. Третью конфетку я уже попробовала. У нее сливочный вкус. Ну и последний из этого набора – пара желейных конфеток «Вкус дыни». Давайте посмотрим.
я там вижу внутри какую-то начинку. Нет, вот конкретно эти конфеты мне не понравились. Сначала вроде бы откусываешь нормально, но потом то ли вот этот центр дает такой привкус. В общем, очень химозный вкус дыни. Прям такое ощущение, что туда напихали одних химикатов. Ну и остались такие желейные конфеты, только вкус яблока. Ну а вот конфетка вкуса яблока мне понравилась, имеет натуральный вкус. Переходим ко второму набору. Это всем известная фабрика Конти. Набор этот стоит 55 рублей за 200 граммов. Что радует, так это наличие фирменной наклейки, которая защищает от открывания. Полностью хорошо читаемым текстом указан состав входящих сюда конфет и также указан полный ассортимент. Срок годности смотрим полгода до апреля 2019 года. Так, вскрываю и сейчас будем с вами взвешивать, проверять вес. Так, начинаю взвешивать. Вес конфет, напомню, должен быть не меньше 200 граммов. Это чистый вес конфет, не то без упаковки. У нас получилось 198 даже. Значит, опять же, производитель немножечко не доложил, потому что здесь даже есть открытка. Ну и плюс упаковка сколько-то весит. Так, высыпаю конфеты. В подарочке лежала вот такая вот открыточка небольшая самому послушному ребенку от Дедушки Мороза. Ну и на оборотной стороне здесь пожелание. Напомню, здесь всего 200 грамм, поэтому конфеток немного. В подарке лежал один супер контик. Это шоколадное печенье-сэндвич. Я его очень люблю. Вот так это печенье выглядит. В упаковке две штучки лежит. Оно очень вкусное, и поэтому с чаем идеально. Одна вафельная конфетка со сгущенкой. Обалденная, очень вкусная, нежный сливочный вкус. Мне нравится. Также пару вафельных конфеток. Первая со вкусом сливок и вторая сливки банан. Эта вафелька идет без глазури и на вкус это обычная классическая вкусная вафля. Также две конфетки с помадным корпусом. Это веселый Сэнди со сливками и Умка. Но их многие знают, неплохие конфетки к чаю. Тоже известная многим конфета крем-йогурт со вкусом ягод. Одна штучка. Вот такая вот она внутри интересная. И на вкус напоминает фруктовую жвачку. Одна конфета мусс-молоко. Орехово-сливочный вкус у нее и внутри более жидкий центр. Остались здесь мармеладные конфетки по парочке штук. Это вкус манго, грейпфрут и арбуз. И последние это 4 карамельки, не особо интересные, с разными вкусами. Многие конфеты в этом наборе для меня были предсказуемы, потому что он очень был похож на те наборы, которые я распаковывал в прошлом году. Ну и здесь большинству всем известны конфеты, так как все-таки Конти – это известная фабрика. Появилось у нас в фикс-прайсе вот такое вот подарочное сдобное печенье в красивейшей упаковке нарядной. Такая жестяная коробочка, шкатулочка всегда пригодится. Здесь заявлен вес 150 граммов. Производитель – это Ивановская область. Срок годности у этого печенья целых 18 месяцев. Я тут в составе сразу стала искать различные консерванты, но нашла только антиокислитель. Это аскорбиновая кислота, которая дает как раз-таки витамин С. Здесь вот по всему периметру упаковки есть лента, поэтому просто так не откроешь. Открывается достаточно легко. И вот у меня здесь одна печенька повредилась. Одна, видимо, вылетела здесь вот со своего места, потому что, смотрю, в каждой стопочке по 4 штучки. Ну вот, я попробовала, как мне кажется, это довольно-таки неплохое печенье. Нежное на вкус, хрустящее. В составе есть ваниль, сливочное масло и кокосовая стружка. Вот как раз-таки она придает вкус и аромат. Ну, конечно же, здесь большую часть стоимости составляет упаковка и весь-то смысл в ней, нарядная. Ну и еще, как одна из идей для презента, это конфеты Тоффи у нас в фикс-прайсе появились новогодним дизайном. Лесной орех в мягкой карамели с кремовой нугой и шоколадом. 99 рублей такая коробочка стоит. Здесь всего 125 грамм.
Но конфеты, как многие знают, вкуснейшие. Срок годности здесь до 28 июня 2019 года. Вот так вот эти конфетки выглядят. Но я знаю, что они сейчас продаются и в Пятерочке. И в Пятерочке они стоят несколько дешевле. Просто когда я их покупала, в Пятерочке их еще по акции не было. Конфетки представляют собой карамельную чашечку с кремовой нугой, шоколадом и орехом. Вот как они выглядят изнутри. А орешек здесь это фундук. Обалденные конфетки просто тают во рту. Я их поклонница. И вот для тех, кто не пробовал, я очень советую попробовать их. В фикс-прайсе появились также и конфеты «Марсианка». Они также всем известны. Но здесь уже видите подарочная упаковка за 55 рублей, в которой 200 граммов. Срок годности здесь аж до июля 2019 года. Здесь тоже упаковка никак не была защищена. Ни скотча, ни наклейки не было. Вот я просто так вот открываю. Так как все-таки упаковка была не заклеена, я хочу проверить вес конфеток. 201 граммов, ну, в принципе, нормально. Асти относится к серии конфет «Марсианка» со вкусами алкогольных коктейлей или различных напитков. Вот этот вот вкус Асти. Я на самом деле такой алкогольный напиток Асти не пробовала. Оригинальный вкус не знаю, но эти конфеты мне очень понравились. Здесь абсолютно нет никакого привкуса алкоголя. Утонченный вкус, который даже не описать, не передать. И начинка здесь комбинированная, кремовая. Ну и пришло время подводить итоги. Мое мнение насчет этого подарка, сразу скажу честно, что он мне не особо понравился. Он самый дорогой здесь, 99 рублей и вес 400 граммов. Несмотря на это, больше половины конфет здесь составляют карамельки и не особо вкусные помадные конфеты. Может быть, кто-то их любит, но я не очень. Если сравнивать эти два подарка, то подарок Конти выходит несколько дороже, чем предыдущий. Здесь за 400 граммов мы заплатим 110 рублей, а здесь 99. Но тем не менее, если выбирать между двумя этими подарками, я бы купила именно Конти, потому что здесь всем известные конфеты. Большая часть конфет здесь именно необычные, вкусные. Но и без карамели, конечно же, не обходится. По такой же цене, как и подарок Конти, идут конфеты «Марсианка». Также за 200 грамм 55 рублей. Я считаю, это отличный презент для взрослых. Можно в комбинации с шампанским или с коньяком подарить. Конфеты Тоффи – замечательные, вкуснейшие конфеты, которые тают во рту. Несмотря на самую высокую стоимость, а это 99 рублей за 150 грамм, это самые дорогие конфеты из всех представленных. Я бы всем рекомендовала их купить, и сама я обязательно покупку повторю. И осталось у нас печенье в нарядной новогодней шкатулочке. Цена за 150 граммов 99 рублей, дороговато. Плюс здесь в том, что когда внутри станет пусто, у вас останется красивая жестяная коробочка для хранения. Ну а само печенье, конечно же, можно купить намного интереснее и вкуснее. Цена здесь только завышена за счет упаковки. И я считаю, что в первой части видео, где я проводила распаковку подарков, сами наборы были гораздо интереснее, конфеты были в них разнообразнее, вкуснее, да и по цене были эти подарки намного выгоднее. Ну а для тех, кто не видел первую часть распаковки подарков из фикс-прайса, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Я думаю, что после просмотра этого видео каждый уже сделал для себя выводы, стоит ли покупать ему эти подарки. Ну а если это видео вам было полезно и понравилось, то поставьте лайк, мне будет очень приятно. Всех с наступающим Новым годом и всем пока!